Выпуск Института МЧС не похож ни на один торжественный бал в честь окончания учебного года. Это всегда яркое, запоминающееся торжество. Товарищ генерал-майор, личный состав института по случаю 43-го выпуска инженеров пожарной безопасности построен. Чтобы посмотреть на близких и друзей, в наш город съезжаются гости из десятков городов России. В этом году из института выпускается 182 специалиста. Трое из них уже награждены медалью за отвагу на пожаре. Институт гордится своими выпускниками. Гордится по праву, потому что многие из выпускников Ивановского института занимают руководящие должности в системе МЧС России. По традиции будущих спасателей на долгую и безоблачную службу благословляет священнослужитель. В этом году в ВУЗе впервые выпускаются специалисты по профессии государственное муниципальное управление. В дипломах написано «Мы как менеджеры», то есть в структуре госуправления. Практику мы проходим в администрации города Иваново. Поскольку мы были первым выпуском, конечно, было сложно поначалу, потому что у нас всего было 9 девочек, но нам понравилось. Артем – лучший студент этого года. Сегодня он получает золотую медаль. Это значит, что в его дипломе нет ни одной четверки. После окончания института Артем уедет в Ярославль спасать людей и продолжать пожарную династию. Юноша – спасатель в пятом поколении. С самого детства я видел пожарные машины, видел работу пожарных подразделений. Соответственно, это все помогали мне видеть мои родные, которые уже на протяжении 150 лет служат в пожарной охране. И непосредственно колею, которую они уже вытоптали, и, так скажем, идут по ней на протяжении столько лет, мне, соответственно, пришлось так бы встать в нее, и уже, ну, уже из нее уже никак не выехать. Потребность тушить пожары у семьи Беловошевых в крови. Прапрадед работал братмейстером, прадед – начальником караула автомобильного завода, дед – сотрудник пожарной охраны, отец и мать служат до сих пор. У нас больше 50 человек в династии. Вот у нас и по мужской линии, и по женской линии все работают и служат в пожарной охране. Поэтому выбор, я думаю, был очевиден. Торжественное построение, напутственные слова и марш в парадной форме. Для выпускников сегодня последний день учебы и первый день взрослой жизни в профессии спасателя. Профессии, в которой опасность компенсируется людской благодарностью. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.